Рыбки плавают рядом с бензовозом. Ёршики всякие такие. Ну, там, живые? Да, там лед чистый тоже. А? Лёд, там лед чистый тоже, под, за машиной. Короче говоря, остатки вот это вот... Что, как это называется-то? Мазут, нефть. Нефть, да. Нет, вот нефть, там еще что-то есть, еще плавает по чуть-чуть. Живите. Но все подвыдавило под лед, я так понял. Вот это у моря. Вот, и если бы с него сейчас давило, оно бы сочилось бы. Капли слили. Ну, вот так вот, ты-ты-ты-ты-ты. Ну. Его вошел вот так вот. Специально залез на бочку туда, под мост глянул. То есть вот, как его обозвать? Короче, вот она идет, цистерна. Вот здесь у него наливник цистерны. Сверху, это ведь сверху. Да. Горловина. Горловина. Ага, вот эту часть, эта часть, она где-то вот настолько промятая туда в бочку. То есть хыч-хыч вот так вот. Такая. То есть как вот он ушел мостом передним, вот так вот сюда вот и ушел. Угу. То есть вот эта часть промятая. Вот, ну и вот он стоит, собственно. Вот где-то метра. А вот скажи, он всеми четырьмя стоит, да, на той. Четко на бочке. Ровно на кренина. Ну, значит, если два небольшой крен есть сюда. То есть вот, короче говоря. Есть шанс тянуть. Там может дно неровно. И тот стоит неровно. Вот как он здесь стоит, у него крен сюда вот чуть-чуть. А у нижней крен есть? Нижняя стоит на грунте прямо. Ровно. Не, может грунт уклонился. Свал. Я думаю, вот это вот так торчит где-то бочка. Ага. Вот она. Задний фаркоп есть? Вот здесь. Вот это говнина, то есть как бы плавает только вот эта вот часть. А задний фаркоп есть? А? Есть. Задний есть, фаркоп. Что же есть, да? Ну, я не знаю, что у них там есть. Я особо не смотрел. Одно там как дальше, более-менее ровно. Одно вот так вот, ровно. Два. Потянем? Твое мнение. Все реально. Если усилия у нас хватит, он не завалится. Если делать направляющие изо льда, то вот этот не должен свалиться.